В Волгограде сегодня прошла памятная лития по погибшим по защите Сталинграда. Ее отслужил митрополит Волгоградский Камышинский Феодор. Чтобы почтить память молитвы, представители духовенства и горожане собрались в храме всех святых. Панихида по погибшим – это традиция, которую уже много лет соблюдают в Волгограде. 2 февраля здесь молятся обо всех павших в боях за Сталинград. После окончания богослужения митрополит Волгоградский Камышинский Феодор возложил цветы к вечному огню в зале воинской славы.